Приветствую, мои дорогие друзья. Хотел бы с вами поделиться прикольной вещицей от компании 12 House. Известная компания, и изюминка этой компании заключается в том, что она каждый год, каждый месяц анонсирует новый продукт. 12 продуктов, 12 месяцев, каждый месяц новый продукт. Этот продукт не новый, он старый, но этот продукт полезен для путешественников. Сейчас открылись у нас новые перелеты, и либо для тех, кто любит путешествовать на машине, для тех, кто любит вообще путешествовать и путешествовать с детьми, использует с собой для перевозки и для успокоения нервов, либо же стресса, компьютер, планшет с кучей фильмов, кучей мультфильмов. Но если вы, например, едете с супругой, либо с девушкой или с детьми, вы хотите посмотреть вдвоем фильм, но у вас одна пара наушников, что делать? Вот такая вот вещь есть, называется AirFly USB Type-C. Вставляется в ваш MacBook, либо вставляется любой другой лэптоп с портом USB Type-C, либо же iPad, либо планшет с этим портом. Две кнопочки на одно устройство, на два устройства. Жмете на два, и этот передатчик раздает сразу два Bluetooth-соединения. Подключаете одни наушники, подключаете другие к нему. У вас синхронно распределяется звук между ними. То есть вы смотрите фильм в двух наушниках на двух человек одновременно. Есть еще AirFly Duo и просто AirFly Pro. Pro-версия нужна для тех, кто летит в самолете. И знаете, там есть вот когда в спинке кресла встроен экран, есть специальный мини-джек, специальное гнездо, куда вставляется этот переходничок, и звук выводится на ваши наушники по Bluetooth. Очень удобно. Либо же с любого другого девайса, у которого есть 3,5 мм вход, вы втыкаете трансмиттер или еще что-то, и хотите просто вывести с телевизора, либо с какого-то другого экрана звук на наушники беспроводные выводит. Есть еще AirFly Duo. То же самое, 3,5-мм наконечником, но сразу для двух наушников одновременно, а-ля вот этот вот переходничок. Также две кнопочки, выбираете на одно устройство, на два устройства, и звук синхронно распределяется между вами. Удобная фишка, он стоит 4990, рекомендованная розничная цена. Duo стоит 4000, а AirFly Pro стоит 4500. Этот самый дорогой, во-первых, из-за того, что здесь USB Type-C. Это как самая профессиональная, самая продвинутая версия. Здесь есть кнопочки включения-выключения. Здесь еще красивая упаковка. Написано: благодарим вас за покупку данного устройства. Если хотите получить скидочку, всегда можно, всегда пожалуйста. У нас внизу есть промокод, который вам даст определенный процент в рублевом соотношении в корзине при оформлении заказа. Всем пока. Это устройство полезно для тех, кто любит путешествовать в компании. Удачи!